I love your style, baby. Come on. Всем привет! В эфире Love Style, и мы ведущие Настя Смирнова и Заур Газдаров. И сегодня у нас в гостях КВНщик, телеведущий, актер Михаил Башков. Собирай, на меня! Собирайте. На меня! Ничего нет! На меня! На тебя? На тебя, Башкатов, нет ничего, пока. Пойдем. Да ты что? Башкатов! На 15 суток посажу, сволочь! Ну-ка, иди сюда! Ко мне! Привет, Миша. Миша, привет. Привет. Нас интересует вот что. Ты телеведущий, актер, но в детстве ты мечтал совсем не об этом, правда? Ну, конечно. Ну, какой мальчик мечтает стать актером? Я. Ну, нет. Ну, не стал. Я мечтал стать телеведущим. Мальчишки мечтали стать, овладеть мужскими профессиями, каким-то пожарным, строителем. Космонавтом. Когда я сломал ногу, я мечтал и лежал в больнице, и мечтал стать врачом. До этого мечтал стать футболистом, но сломал ногу и мечтал, в общем. Ну, это такие профессии, как бы романтические. А потом как все это переросло в такую творческую профессию? А потом, значит, я попробовал свои силы в школьном театре, и уже все. И так это меня затянуло, понравилось, и начало получаться. И... А образование какое получал? Экономическое. Экономическое. Просто лишь одни парадоксы. Все мы получаем одно образование, а работаем совершенно другое. Ну, в моем родном городе, в общем, актерское образование хорошее получить невозможно практически. А родной город это Томск. Томск. Да, а так как, в общем, я там играл в КВН и не собирался никуда оттуда уезжать, пошел в тот вуз, который мне нравился, Томский госуниверситет. Мама, зачем ты приехала? Так ты ж мне по телефону не ответил. Я сразу и поняла. Заболел ты, горлышко застудил. Ну, давай. Папки на пальто-то. Мама, какое пальто? Не буду я ничего одевать. Не перечь в очередь. А как родители отреагировали, что ты выбрал КВН, театр? Они были против, конечно. Ну, естественно, это странная профессия КВНщик. Но потом, когда мы стали чемпионами высшей лиги, да еще даже до этого, когда мы стали гордостью нашего города, они уже, ну, как бы, вроде как нормально, типа, ну ладно. Ну что, впереди нас еще ждет очень много интересных историй из жизни Миши. Ну а что интересного произошло в мире моды, мы узнаем прямо сейчас. Начнем с трендов. Подиумы захватил футуризм. Дизайнеры наперебой предлагают вещи, выполненные как будто из фольги. Причем фактура может быть разной. Тиснением под рептилию, как у Лоя, яркое глянцевое серебро, как у Лакоста, или матовая поверхность, как у Карвен. Добавляем в гардероб немного серебра и отправляемся в космос. Ну а Леди Гага и Элтон Джон на минувшей неделе выпустили... Нет, не новый сингл, а совместную коллекцию одежды. В линейке представлены футболки, топы, свитшоты, шапочки, рюкзаки, клатчи и даже скейтборды. Согласно задумке Гаги и Элтона, их смелая коллекция Love Bravery должна побуждать людей бороться с предрассудками. Еще один новоиспеченный дизайнер – Джастин Бибер. Он представил в Нью-Йорке авторскую коллекцию одежды. И знаете, его худи, футболки и бейсболки раскупили за 2 дня. Все. Поздравляем и переходим к победительнице нашего конкурса. Каждую неделю на сайте STS Love мы собираем ваши фото с модными луками, которые вы публикуете в соцсетях с хэштегом LoveStyleLook. И сегодня победительницей становится летняя, солнечная и красивая Кристина Пименова. Ю-ху! Кстати, когда мы зашли на страничку Кристины в соцсеть, мягко говоря, ошалели. Кристина в свои 10 лет супермодель с мировым именем. Она снимается для Armani и Dolce & Gabbana. У нее больше 4 миллионов подписчиков в Facebook и 1,5 миллиона в Instagram. А пару лет назад Кристину признали самой красивой девочкой в мире. И да, Кристина наша телезрительница. Ждем ваши фото в соцсетях с хэштегом LoveStyleLook. Живите стильно! I love your style, baby. Миш, ну давай поговорим о твоих работах. Особенно вот сериал «Кухня». Да. Он покорил мое сердце, хотя я не люблю русский сериал. Запомни, никогда не откладывай на завтра то, что можно охмурить сегодня. Давай, шевели булками. Ты в сериале наивный, добрый парень из провинции. Да, ты... таким я и приехал в Москву. А, вот расскажи поподробнее. 6 лет назад. Похожи ли мы с этим с героем, да. Веном?
Ну, есть что-то у нас общее, конечно. Я неуклюжий, как и он. Я, в общем, как и он, склонен верить людям. Единственное, он виртуозно играет на пианино. А ты нет. Жизнь. Не виртуозно, я так чуть-чуть. А хозяин не лучше коня. Он гуляет, а мочит меня. Но имитировать игру виртуозно я могу. У тебя очень хорошо получалось. Да, интересно. А что значит имитировать? То есть ты типа нажимаешь на клавиши, а при этом звук А руки потом снимаешь другие. Естественно, конечно. А, да ладно. Я раскрою вам секрет. Ну, а наша прекрасная Настя умеет и в кино играть, и на фортепиано, и вообще чего только не умеет. Смотрим. Я постоянный гость светских мероприятий, ярких тусовок и самых модных показов. Я знакома со всеми звездами. И вот интересно, почему я до сих пор не пользуюсь своим положением? Ведь от интересных знакомств можно получить и выгоду. И займусь я этим прямо сейчас. У вас случайно для меня нет никакой вакансии. Я умею готовить, я могу быть няней, я умею забивать гвозди, да что угодно, я все умею. Получается, что вы лучше моей жены. Я дома стираю, убираю, готовлю, делаю все абсолютно, только мне за это не платят. Я могу за это мужерин, за вас, спасибо, а вы мне говорит. Будете платить. Ой, спасибо, я экономлю деньги. У вас случайно нет свободной вакансии? Я умею шить. У меня нет. Если бы вы умели делать пародии, я бы вас взял. А я могу мне попробовать? Не, пробовать нельзя, надо уметь. Я могу быть психологом и вас немножко успокоить. Я согласен на все. Давайте, мне надо успокаивать, на самом деле. Обнять вас, обнять, успокоить, пригреть. Все при жене главное, я просто сзади наблюдаю. Простите, пожалуйста. Ну, в хоккей? И в хоккей? Нет, не слабо, я и на коньках. Будешь моим партнером, да? Теперь я в хоккей буду играть. У вас не найдется для меня никакой работы? Да, вы знаете, я сейчас ищу двойника Дмитрия Дюжева, вы... Думаю, что подойдете. Я всегда представлял себя вот с длинными светлыми волосами. А рост у меня очень маленький. О, боже. Разве рост главное? Ведь все остальное... А другой у вас не найдется? Я боюсь, что я не справлюсь с этой задачей. Да ладно. Надо только вот так вытащить челюсть, на брови сказать «Че-че-че-че-че». Все роли теперь для вас открыты. Кастинг дебилов, боевиков, уродов и... и так далее. Мы обеспечили все. Я прям уже вот звезда номер один. Уже можно, да, быть Дмитрием Дюжевым. У вас есть свободная вакансия для меня? Я, допустим, умею петь, умею играть на фортепиано, я закончила музыкальную школу. Может быть, вы меня к себе возьмете? Программа розыгрыш? Пойте. Нет. У вас есть возможность петь в Кремле, причем перед таким большим залом. Давайте. Но, к сожалению, не смогу. Ну, голос осипло, хрипло. Нет, такого не бывает. У настоящего певца ничего не сипнет. А если я приеду к вам на кастинг, допустим? Нет, кастинг, вот, сейчас люди решат. Если вы запоете громко, то завтра мы будем петь в студии, я вам обещаю. Я здесь растеряюсь. Я считаю до трех. Раз. Нет, не могу. Два. Может быть, завтра. Или не при всем. Все. Всего вам хорошего. Желаю вам остаться журналистом. Миша, а что ты в своей работе любишь больше всего? Тебе, может быть, хотелось что-то новое попробовать в жизни? Допустим, запеть. Ну что, не поет? Вы удивитесь, но я как бы запел уже. Я тебя любил сильнее жизни. Я тебя любил сильнее пива. Здорово, Пашка, что делаешь? Здорово. Пашка, это что такое? Ничего. Да я вдохновляюсь. Но у меня нет таких амбиций, честно скажу. То есть я не собираюсь... Дальше петь? Да. Собирать олимпийский? Нет, спасибо. Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Ты нашел себя в жизни? Да. Все, окончательно. Кажется, да. И наша Маша Вэй тоже нашла себя в жизни, и она учит молодых девчонок, как правильно наносить макияж и быть самой красивой. Поэтому предлагаю посмотреть следующий сюжет. На улице узнают? Люди. Да. Как-то странно. И меня узнают немножко. Ну, не так, как тебя, но узнают. А в какой роли тебе узнают? Вместе пойдем. А в какой роли тебе узнают больше всего? Я жениха найду себе. Эй, а вы знаете, что косметикой начали пользоваться в Древнем Египте? И вот сегодня макияж в стиле фараона снова в тренде. Этот стиль макияжа в 2016 году предложил Живанши в своей новой весенней коллекции. И я считаю, что мы ничем не хуже египетских цариц и тоже можем позволить себе такой макияж. Давайте попробуем. В основе такого макияжа лежат широкие стрелки. Новичкам я всегда советую обозначать рисунок карандашом. От
Отлично, каркас я нарисовала, и теперь использовать я буду вот такие тени цвета хаки, между прочим, такого же, как у модных дизайнеров, и тоненькую кисть. Главная, конечно, задача – это прорисовать контур, а потом мы уже будем заполнять нашу стрелку. Вот такие шикарные модные стрелки. Я думаю, добавлять ничего не нужно. Единственное, может быть, я прокрашу верхние ресницы. Стряхиваем, если что-то осыпалось. И без чего не обходится египетский макияж. Естественно, без подчеркнутых скул. Поэтому я советую добавить немного хайлайтера. А вот губы я советую сделать максимально незаметными. Достаточно нюдовой помады. Ну что, мне кажется, такого шикарного образа не было даже у Нефертити. Ну а если серьезно, с таким макияжем вы будете точно королевой, а точнее царицей любой вечеринки. Муа! I love your style, baby. Как ни странно, я сегодня себя очень скромно веду, все потому что ты же не свободный парень, да? Расскажи, у тебя дети есть. Обычно, подожди. Обычно? Давай представим. Привет! Какие планы на вечер? Как тебе мои волосы? Да, ладно, так, хорошо. У меня есть, да, супруга, любимая женщина. Даже дети есть. Засмущался. Да, есть два сына у меня. Сколько лет? 3,5, 5,5. Тимофей и Федор. А какие у тебя обязанности по дому вообще? Есть ли они вообще? Ну, когда те там моменты какие-то нередкие, точнее, моменты, когда я свободен, допустим, целый день, жена говорит, все обязанности твои. Иди погладь, иди. А я салон. То есть ты любишь работать руками? Я вообще не гнушаюсь такой работой. Ну, мы тоже любим работать руками. Единственное, я умею, ну, могу широко что-то делать, полы помыть, допустим, вышивать или что-то. А мы вот как раз этим и занимаемся. Серьезно? Обожаю вышивать. Вышивать, вязать. Вот хендмейд — это не мое. А хендмейд — это наше. Прямо сейчас ты увидишь это. Смотрим. Как я вам помог с подводкой. Спасибо. Да, спасибо. У нас в гостях дизайнер обуви Егор Нудгин. И уж кто-кто, а он точно знает, как реанимировать пострадавшую обувь. Егор, туфли пострадавшие есть, что с ними делать? Многие знают, но практически в любом хозяйственном магазине можно приобрести краску по коже. И если у нас есть вот туфля, которая пострадала, собственно говоря, в ходе жизни, у нее была царапина, их уже носить невозможно, то при помощи краски и нескольких движений ловких можно их спасти. Так, ну хорошо, Егор, показывай, как мы будем закрашивать. Все очень просто, как... Все мы делали в детстве. Кисточка, краска, и начинаем. Егор, скажи, а вот так не опасно просто взять и начать красить обувь? Не нужна какая-то специальная маска или поверхность, на которой все это делать? Ничего специального не нужно, кроме хорошо проветриваемого помещения. Да. И, конечно же, мы заранее позаботились о том, чтобы все заклеить малярным скотчем. Именно те участки, которые мы не хотим, чтобы у нас покрасили. Ну что, краска высохла, и теперь давай нашу обувь задекорируем. Давай. Для этого нам понадобится обычно ацетон и ватный диск. Они приобретают некий графитовый оттенок. Как красиво потертости. Получается. И обрати внимание, что у той царапины, которая у нас была до этого, ее вообще уже нету. Нет никакого намека. Я даже не знаю, где была эта царапина. Как классно получается это все? Визуальная часть, да, но стоит помнить, что нашу обувь хорошо бы защитить от дождей и вообще любой влаги. Берем обычную свечу, которая есть, наверное, у каждого в доме, и начинаем тщательно втирать ее по всей поверхности, которую мы хотим защитить. Насколько мы видим, воск полностью растворился и создал защитную пленку, и теперь нашей обуви ничего не грозит. Егор, спасибо тебе огромное. Спасибо за столько полезных, интересных секретов. Мальчишки, девчонки, теперь вы знаете, что не нужно плакать из-за испорченной обуви, потому что ее можно легко спасти. I love your style, baby. Ну, я как понимаю, ты очень много работаешь, но все равно есть время, наверное, на отдых.
Ну, что ты делаешь в свободное время? Я стараюсь, конечно, у меня два сына, им нужен отец. Выходные какие-то мы проводим в парках, гуляем. У нас рядом есть ВДНХ, Сокольники, кормим белочек. Катаемся на велосипедах, дети на самокатах. Ну, то есть спорт в твоей жизни есть? Конечно, да. Нет, я вообще за активный образ жизни. Я занимался плаванием очень долгое время, и сейчас вот, после шоу «Вышка» сын мой смотрел, как папа прыгает с вышки, что решил сам заняться этим спортом. И... 5 лет? Ого. Да, там берут. 5 лет. Ну, он пока прыгает там с метра, с трех. Единственное, что их не учат там плавать, их учат всплывать, как бы. Ну да, это главное, мне кажется, да. Но я его самостоятельно научу плавать. Не так, он умеет держаться на воде, но так, чтобы плавать стилями, я его научу сам. Ну, мы тоже любим спорт и активный образ жизни. Вы вообще знаете историю происхождения слова «талия»? Ну, так вот расскажу. Однажды девушка, изрядно поправившись, подошла к зеркалу и воскликнула: «Талия!» Да, конечно, не та, после мучного-то и после сладкого. Ну, ничего страшного, мы поможем вам вернуть прежнюю форму. Женя! Я тут! Талия! Итак, мне Привет. Нужно вернуть мою талию после пирожков, тортов и сладкого. Сделаем. Да? Да, ты готов поработать? Три упражнения. 10 минут. Все как обычно, все очень интенсивно. Ну, понеслись. Настройся, мы сейчас будем очень много прыгать. Руки в стороны. Мы делаем движение в жор в сторону. Только обрати внимание, у меня руки остались на месте. Да. Дальше возвращение в центр и движение в сторону. Начнем? Давай, 3, 4. Раз, два, три. Давай перейдем на второе упражнение. Фух, а то сил не останется. В исходной позиции ноги вместе. Мы опускаемся. Так. И дальше делаем движение вперед. Делаем, 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 делаем. Дальше, дальше. Уходи, уходи руками. Уходи. Что? Уходи. Сам уходи. Мы делаем движение, насколько это максимально возможно. И возвращаемся. Переходим к следующему упражнению. Нам нужно с тобой лечь на бок. Та нога, которая у нас находится сверху, она должна быть впереди. И лопатки мы полностью опускаем на пол. Есть? Ну, пока очень прижимай поясницу, прижимай поясницу. И дальше делай движение на скручивание. А что делаете вы, чтобы у вас была осиная талия? Свои ответы присылайте к нам в группу СТС Лав. Ссылку видите на экране. Ну что? На сегодня все. Ой, как я рада финалу тренировок всегда. Какой-то прилив бодрости сразу появляется. И хватит придумывать отговорки о том, что зал далеко, денег нет, времени не хватает. Взяли свой персидский ковер, расстелили, легли и занимаемся, да? Да, все верно. А он проверит. Он придет к вам домой и вытрясет из вас лишние килограммы. I love your style, baby. Миша, как ты одеваешься в жизни? Вот как сегодня или ты специально ради нас? Приоделся. В молодости в строгую одежду я ее просто не переносил. Нет, я все, у меня были джинсы, кроссовки и все, и больше ничего я не признавал. А сейчас как-то с возрастом, не то чтобы я стал тяготеть к классике, но могу. Да. То есть шмоточником тебя назвать нельзя? Нет. Я так по мере надобности покупаю вещи. Ну, так, чтобы я ходил по кухне, какая кофточка, я хочу себе ее, и вот это, и еще вот это. И значит, жена одевает и тебя, и детей ходит в магазин. Да вообще, представь. Обленился вообще. А бывает такое, что ты открываешь свой шкаф, понимаешь, что надеть нечего? Нет. Нет? Ну, а у нас такое регулярно происходит, поэтому мы постоянно ходим на шопинг. Для того, чтобы скорее притянуть лето, солнце и отпуск, я решила собирать чемодан прямо сегодня. Ну, а все, что я туда положу, мы выберем вместе с вами. Ну и начнем с самой пикантной части гардероба, на которой пялятся все мужчины на пляже без исключения. И я тоже. Это купальник. Итак, начнем с того, какие есть тренды в этом сезоне. Это пестрые цвета, они, собственно, и были, и есть, и будут, и всегда актуальны. Это бахрома и это завышенная талия. А самое интересное, что для всего этого не обязательно худеть. Оказывается, при помощи правильно выбранной формы купальника можно скорректировать фигуру.
обожает слитные купальники, жить без них не может, потому что они прекрасно скрывают все, что вы наели за зиму. Ну а кто-то их терпеть не может, потому что тело остается белым. Так вот, купальники слитные нужно надевать просто после обеда. Утром загорайте, вечером щеголяйте в красивый купальник, который все утягивает. Вы такие кроссовки, а если кто-то вас видел днем немножечко пухленькой, вы такие, а о чем вы, я вообще стройняшка. Вот, ну а если все-таки вы хотите носить слитный купальник, но при этом загорать, то есть еще такие варианты, в которых вообще идеально. Вы и загорите, и объем груди добавите, и животик скроете, и еще скорректируете свою фигуру и станете еще более стройным. В общем-то, я на таком и останавливаюсь. Несмотря на то, что у меня идеальная фигура, просто в моем гардеробе такого еще нет. На цвет я выберу поярче, вот такой солнечный. Так, ну что касается пары, начнем с классики. Есть такая вот полосочка, которая повязывается как юбка. Кроме того, в нее можно закутаться, если вы обгорели, ее можно положить на песок и лечь на нее, как на полотенце. И вообще я люблю такие штуки завязывать на голову, чтобы волосы не пересыхали. Но помимо этого, есть готовые варианты, в которых вы можете отправиться там, на обед, на вечеринку. Это различные платья, яркие, полупрозрачные, летящие. Главное, чтобы это платье подходило в цвет с купальником. Хотя чисто мое мнение, что чем пестрее, тем лучше. А вообще сейчас очень модно в тренде черные накидки. А это просто вообще полная бомба-лейла. Ну да, и по цвету подходит. Прекрасно. Не хватает аксессуаров, а может быть даже какой-нибудь шляпки. Ну а пока вы пытаетесь разглядеть, как же на мне сидит купальник, хочу вам сказать, что, девчонки, отправляйся на пляж, забудьте вы уже об этих каблуках. Нет, не надо надевать кеды. К такому прекрасному наряду подойдут как ваши голые ножки, так и праздничные сандалики. Ну а вообще, отправляясь на море, самый главный совет, чтобы у вас не лежало в чемодане, верьте в себя и повторяйте, у меня самая идеальная фигура. Пойду съем пирожок. Style, у нас в программе есть рубрика Love Style Test. Мы быстро задаем тебе вопросы. Так. А ты быстро на них отвечаешь. Твоя самая красивая часть тела. На твой взгляд. Глаза. Какой неожиданный вопрос. А твое любимое слово. Поехали. Что тебе поднимает настроение? Музыка. Главный недостаток. Я ленив. Главный. Заметили. Плюс. Плюс? Да. Я очень способный парень. Мне все легко дается. Скромный. Скромный? Нет. Нет. Ну, так. Нет, я скромный, но это не главный мой плюс. Чем ты гордишься? Я горжусь тем, что всего добился сам. Класс. Ну что, Миш, спасибо тебе большое за твои прекрасные ответы. Ну а мы тоже регулярно отвечаем на вопросы наших зрителей и прямо сейчас сделаем это. Ну что ж, моя любимая игра. Вы присылаете вопросы, мы на них отвечаем. Поехали! Вопрос от Насти Николаевой. Лер, была ли ты популярна в школе? А как девушка, нет. Вы знаете, брекеты, шерстяные штаны и самый высокий рост в классе немножечко как-то отводят тебя на задние ряды в классе и вообще. Но я не унывала. И несмотря на свой прекрасный железный рост, все равно пробивалась вперед и старалась быть впереди планеты всей, и вам это советую. Отвечу на вопрос Кристины Утюпиной. Какой мой самый счастливый день был в жизни? Вот я стараюсь жить так, как бы это ни звучало сейчас громко, чтобы каждый день был счастливым. Просыпаешься с утра, погода г, настроение не очень, шоколадок в доме больше не осталось, вроде бы жизнь кончена, но нет, ты говоришь себе, сегодня самый лучший день в моей жизни. Повторили 3 раза. Улыбнулись, встали и пошли. И будет самый лучший, поверьте. Ну что, если у вас еще остались вопросы, присылайте их обязательно к нам на сайт. Ссылку, если забыли, видите на экране. I love your style, baby. Миш, спасибо тебе огромное. Ты поднял мне настроение за ауру. Спасибо, что позвали. Я тоже провел отличное время. А всем зрителям программы Love Style я желаю стайла и love. Живите стильно и смотрите СТС Love. Всем пока, увидимся.